Привет, вы попали на музыкальную волну «Фанки-панки». У нас реально только музыка. Меня зовут Вика Кашинская. Сегодня я представлю новые музыкальные откровения от самых харизматичных продюсеров мира. Партнер проекта – ночной клуб «Бразил» в Коблево и пляж «Бора-Бора». Атмосфера безграничной свободы. И также сеть магазинов уникальной мужской и женской одежды. Ё-моё, давайте начнем. Джаз последнее время на коне. Ну еще бы, столько внимания к успеху от последних совместных работ со Skrillex, Marshmello и другими громкими именами EDM мира. Так вот, сегодня мы представляем совместную работу с восходящей звездой в мире дабстеп Эптик. Интересный трек Get Down, всего лишь 4 капли магической харизмы от исполнителей, следующий хит для летних фестивалей готов. Итак, Get Down, смотрим. Let me see you get. Друзья, вторая позиция «Фанки-панки», и у нас для вас есть специальный трек от «Горгон Сити». С тех пор, как ребята выступали на разогреве легендарной Мэри Джей Блэдж на лондонском фестивале iTunes пару лет назад, их дебютный альбом был набит тонной совместных хот-догов, поэтому мы рады представить нечто особенное в духе Горгон Сити. «Все четыре стены», так называется следующая песня, является первым выдохом царства Горгон Сити за последнее время. Этот трек содержит легкий эфирный вокал от Блэйд, которая завораживает своим очаровательным талантом. А видео вас ждут радости от рочества, когда можно гулять и влюбляться всю ночь напролет. «Подари мне свою любовь» – это говорит в своей совместной музыкальной композиции британский диджей и продюсер Сигала. Говорит он голосом Джона Ньюмана, а главную партию гитары на себя взял Найл Роджерс. Кстати, такая удачная компиляция подарила не только любовь своим слушателям, но и лидерство в топ-5 в Великобритании. Хорошее начало для будущего альбома, который выпустит Ministry of Sound чуть позже в этом году. Итак, энергичная песня в духе фанкового хаоса. Встречайте! Milk and Sugar продолжают штамповать новые мелодии в удобном для них хаос-стиле, пронизанном специальными летними флюидами, такими узнаваемые за долгие годы существования этой группы. Их следующий сингл под названием «Моя любовь», который они еще раз объединили с культовой Барбарой Тейкер, обернули ее в вокал, фортепианные звуки и акцентировали твердым битом и, как всегда, барабанами. В такой компиляции Milk and Sugar не только открывают двери в ваш дом, но и накапливают энергию, чтобы взрывать летний танцпол. Итак, встречайте классические и любимые Milk and Sugar, которые никогда не изменяют своему стилю. Финал.
финале вас ждет криминальная история, не без участия роковой женщины. В новом видео голландского певца и продюсера Мистер Пробс. Удивительная визуальная работа, проделанная при создании видео, а сама песня подтверждает неоспоримую позицию Мистер Пробс на музыкальном Олимпе. Напомню, что в 2015 году были выпущены совместные работы с Армин Ван Бюреном в его альбоме Another You. И сейчас, опять же, на высшем уровне трек под названием Finest Mess прямиком из Нью-Йорка влетает в ваши дома. Смотрим. Именно так сложилась пятерка последних свежих клипов на этой неделе. Вы просмотрели Funky Chart. Мы балуем всех, кто любит, слушает и ценит музыку. А теперь по традиции в эфире ваши Funky фото. А вы не забывайте отмечать себя и своих друзей под нашим хэштегом в Instagram. Смотрите, кто в эфире на этой неделе. А я прощаюсь с вами, смотрите на день, как на маленькую жизнь, и не стройте иллюзий, все будет хорошо. Пока!